Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Всех поздравляю с участием в этом конкурсе и желаю новых творческих успехов в следующем году. Было очень приятно слушать все ваши присланные записи. Меня удивило и порадовало, что на этот раз приняли участие в этом конкурсе не только молодые, но и уже состоявшиеся очень хорошие музыканты и коллективы. Хотел бы отметить несколько фамилий. Конечно, я всех не перечислю. Но мне очень понравились Мелоди Алиева, Мария Гаврилец, Мария Расщепкина, Василь Вайрих, Александр Черный, Анна Карпова, Евгений Самарцев, Рустем Галюлин, Леонард Яско, Ефрем Федосенко, Дмитрий Денисов, которые показали не только технически хорошо выполненную работу, но показали большую свою музыкальность. Как я уже говорил, особо порадовало, что на этот раз участвовали и уже взрослые состоявшиеся музыканты. В том числе из них я хотел бы отметить для меня новое имя. Это Камерата Якутск и дуо Нина Николаева и Марьям Черепанова. Дорогие, участвуйте, играйте, делитесь своим мастерством. Вас слушать очень приятно. И, конечно, радовало большое количество композиторов, которые сочинили и классическую музыку, и музыку для кино. Тоже было приятно слушать все ваши записи. Так что я всех поздравляю с участием и победой в этом конкурсе, потому что само участие уже ваша большая победа. И в наступающем новом году желаю больших творческих успехов.